на Псалом 116. «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам и истина Господня вовек. Аллилуйя!» Для всякого очевидно, что эти слова составляют пророчество о церкви верующих и предсказание о проповеди, которая объяла всю вселенную. В псалме призывается не один, не два или три только народа, но вся земля и море. А это оправдалось тогда, когда воссияло пришествие Христова. Потом пророк представляет и причину спасения, объясняя, что они спаслись не за собственные добрые дела, не за жизнь и подвиги, но единственно по человеколюбию Божию. «Ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек». То есть стала основательно, крепко, тверже камня, подлинно она возрастает с каждым днем более и более, и истина Его пребывает вовек, потому что тогда особенно воссияла истина. Он сказал так потому, что Ветхий Завет был образом и тенью. Это выражает и евангелист, когда говорит: «Закон дан был через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа».